И всем привет! Как вы помните, в прошлом видео я проиграл, да? И вот я дошел до новой локации. Да, сегодня надо было победить два босса, ну и все. Ну и босса это. Так, вот самое. Ай, больно мне. Эта линочка в ранях, если не увеличивается щиту. Статус. Ничего не понимаю. Отлично. Тут у меня ничего нету. Так, ладно. Пошлите отсюда. Это кто? Пойдемте туда. А уже? О как! Отлично, крысы мы получили. 0 УП и... Ага. Ты проиграл, Лансер. Ты ничего не получаешь. Смешно. Оу, может поделитесь? Поделитесь. Ладно, до скорого, неудачники. Да мы тоже тут удачники. Че стоишь? Ну и Лансер. Кстати, мы туда не ходили. Там еще уже есть разминка. А, Лансер уже пропал. А, понял ваш номер. Пойдемте обратно. И о, нет, только не такой маленькая. Что дальше? Блин, не получилось. Пойдемте. Сьюзи! Сьюзи! Сьюзи, мой за тебя! Пошла через те шипы. Сьюзи присоединилась к команде. Сьюзи держится на расстоянии от вас, чтобы никто не понял, что она с вами. Гениально. Вот гениальная. Сьюзи самая умная.
свете, похоже. Свет сейчас нас убежит, да? Идите нафиг, мы вас не звали. Тебя вот я крупный. Лавка Шума. Музыку шикарно прослушали. Пойдемте. Пойдемте к тебе сюда. Еще увидимся или нет? Ха-ха-ха. Мы случайно зашли. Пойдемте отсюда. Что такое? Господи, я думала, что будет уже идти. О, привет. Кстати, кибермир мы тоже будем проходить. Не переживайте, с пандом, где с пандом будет с вами. Ох, какой там, огромный смех, страшный. Типа, так же круто. Заткнись. Пелбный лансер. Лансер, беги. Лансер, беги. Чё молчишь? Не понял. Ой, господи. За то, что... Сильно хорошо, что... Пойдёт. Ноль опыта. Почему? Потому что мы их не перебиваем? Или они убегают? Я ничего не понял. Ну ладно. А, табличка испорчена. Ну, тут написано, вам глупца. Вот мне с ним не справиться. Портить инструкцию. Да я, ну, против правил.
Рус, наверное. Ну давай. Ну, жалко, конечно, я просто хочу проверить, что Рользе скажет. Да, это Рус точно сделал. Это легкая волонка. Иди нас снизу. Я. Так, а что туда потом-то? Ломка. Нельзя головоломку решить. А я такой должен знать, как головоломку решить. Как я его решил? Я посмотрел бы видео, как я его решил. Ну, я не знаю. Так, что-то так. Ты что так быстро ушел? Зачем? Спиза. Сиди. Только вот вы говорите, что тут что-то будет не то, то что надо. Что такое? Где мне? А еще один. Я не знаю, что я вообще делаю. Короче, мне надоело. Все убежали. Хорошо, вот так. Куда идти дальше? Yeah.
Ой, только не это. Чё? Давайте пятискорную съемку. Да. А здесь что за назад не телепортировать? Лансер. Угу. Чё это? Ну, поэтому я сказать. Так, страшнее. Почему ты меня спрашиваешь? Потому что ты здорово меня испугать. Ладно, пойдем дальше. Решал. Угу. Отлично. Чё же выбрать? Ну, маску смотрю. Очень. О, сохранялка. Господи мой, зачем? Я думал, Лансер там что-то прикольное будет. Наконец-то это прошло. Давайте еще за одной сохранялки даем, и видео закончится. Да, мы их прошли. У меня уже идет 30 минут, хотя, ну, с помощью скорой съемки вот не 30 минут эти. Вот сохранялка наконец-то. А что дальше? Ладно, давайте мы на этом закончим. С вами был Филипп. Всем пока-пока.